вот красивая церковь. И сразу же Нева с выходом из церкви. И вот рядом пешеходный переход. И сейчас мы подойдем к Неве. Тут такой балкончик тоже красивый. Какой-то новый райончик уже такой. Ой, кто тут такой гавкает? Кто такой? Покупался? Ну вот она, Нева. Вот этот дом виден у меня с балкона. Там такие новые райончики. Что там? Что ты показываешь? А, водоросли. Ну, водоросли отсюда не видно. Красиво. И вот, по-моему, это больше Охтинский мост. Его тоже немножко видно с моего балкона. Сегодня камеру не взяла, все снимаю телефоном. Интересно. Здесь даже, по-моему, посидеть можно там вот дальше. Есть спуск. И там есть спуск. Мама пошла туда. Пойдем посмотрим, что на спуске. Сейчас спустимся. Как нет? Вон сидят люди. И уточки вон там дальше плавают. Пойдем к уточкам туда. Пройдем, посмотрим. Мама, посидим чуть-чуть. Не покрыл, ну, этот метр целый. Какой нет. Край? Не пойдешь вообще? Я боюсь. Ну ладно, сейчас я спущусь, посмотрю, что тут. Вода, вода, кругом вода. Вот такая вот у нас сегодня Нева. Красота. Мостовая. Чай пьется там. О, мы нашли кусочек пляжа. Будем тут купаться, если что. Не написано, что купаться запрещено. Хотя Нева, говорят, грязная. Там дальше уточки купаются. Пойдем посмотрим. Чуток. А в кафе зайти можно? Красивый такой вид моста. Набережная. Вот какая еще. Как она называется? Паутинка. С лебяжьим пухом. И уточки. Ну тоже смотри, как их много. И такие все кушать. А вы что нам дадите? А мы ничего не дадим. У нас нет особых. Тут кафешка такая. Яблоньки рядом с дорогой прямо растут. Столько яблок уже выросло. Ну, а мы идем в новый жилищный комплекс. По-моему, Темп называется. Через него пойдем обратно, посмотрим, как там будет. О, какой-то корабль тут. Русско. Под мостами не вставать.
написано на корабле «Русско». Интересно, такой маленький прогулочный катерок. Ну, а это по-нашему. Все, разруха. Наконец-то. А то мы думали, что так чисто. Че, так чисто, да? Как в Германии, в Англии, в мире, где? Кто-то стащил. А тут вот, наконец-то, увидели свое родное. Разруха. Кто-то вот это просто это железо стащили. Вон, распилили все. Конечно, тут разруха. Разруха. Вам чай растет, даже пчелки вон летают, опыляют Иван чай. Ой, прямо в камеру залетел. Опять яблонька. Нева, Нева. Народу вообще нет на набережной, поэтому будем ходить сюда во вторую волну пандемии. Да, мама? Да, Настя. Вот когда это яблочко созреет, я могу его сажать. Какое? Вот это? Вот это. Хорошее яблочко. Может, сейчас уже отравимся? Как солнце играет. Не, я солнце снимаю, оно играет в веточках. Красиво. Что там с красненьким? Понятно. Не пахнет. Ароматом. Никаким. Газом не пахнет. Бензином тоже. Но это пока. Это что за трубы? Страшные. Главное, строятся новые вот эти вот жилые комплексы, да, рядом вот с этими трубами. Ну, мне кажется, это все закрыто. В смысле, трубы закрыты? Ну, закрыто производство. Просто они стоят, не снесены сами трубы. А, ну думаешь, их снесут? Там что-то новенькое такое здание, да. Сделают. Облицовку. Инсталляцию. Инсталляцию, точно. А там вот завод какой-то был красный. Красный. По-моему, он сейчас еще такой в хорошем, приличном состоянии. Ладно, будем изучать теперь этот город. Лондон накрылся, теперь будем изучать Питер. Вот народ пришел покупаться. А что, у нас сегодня жарко, вон дети в купальничках. Побежали плавать. Нормально. Походила в кедах по Неве. Намочила свои кеды. Теперь будем сушить. Носочки мои. Тоже надо сушить. Я почти ноги у него сидя. А, пошла. Не надо меня снимать. Пошла, я просто намочу ножки. Во куда надо, приходите релаксировать. Свои ножки. Свои ножки сними, отстегни их. Охраняй мои кеды, а я пошла купаться. Они не потянутся, они узенькие внизу. Ну, пошли теперь по Неве погуляем. Нева! Холодная вода! Ну вот, теперь можно и походить по Неве. Холодная, да. Нева, Нева! Опять вода! Ой, какая хорошенькая. А все, я уже привыкла, уже тепленькая. И мамка там сидит, наблюдает за мной. Все, считай, что в Сочи съездила. Позагорала и покупалась. Ой, как хорошо, песочек, прохладно, все. Сюда будем ходить загорать и купаться. Как только опять жара настанет,
мы уже в Неве. Чистенькая водичка такая, прозрачная, хорошенькая. Не знаю, что говорят, что она очень грязная. Ну что, мама, не хочешь искупаться? Я не могу. Хочешь, но не могу? Тапки мои так положила сушиться. Мама на Неве. Мама и Нева. Мама и Питер. О, загорает. Я говорю, и море не надо. Будем сюда ходить купаться и загорать. Уже, считай, в Сочи я съездила. Лондон тоже уже отдохнул. Отпал. Решетка, конечно, красиво смотрится. Которая не сломанная. Голову не забудь смочить. Ты же голову хотела. О! Хорошо. Покупалась. Ты чё так сильно намочилась? Сейчас скажет, что искупалась, что ли? Уже падает. Не падай, не падай. У-у-у, еще и лицо помыла. Все. Довольная. Класс. Молодец. Умылась в реке. Можно идти домой. Как играет солнышко. В Неве, в водах Невы.